Сотрудничество между континентами. Три блокчейн-стартапа отправляются с востока на запад. Японское министерство экономики, торговли и промышленности ранее в этом месяце заявило, что 55 сотрудников стартапов примут участие в инициативе. Проект «Мост инноваций между Силиконовой долиной и Японией» направлен на укрепление сотрудничества между японскими и американскими технологическими фирмами. По словам японского министерства экономики, программа продлится с января по март 2017 года.